Команды уже выстроились на поле, и мы ждем, когда же официально стартует плей-офф лиги американского футбола. В Пушкине накануне поднялся сильный ветер, поэтому надо быть готовым к тому, что и грифоны, и спартанцы сегодня будут делать ставку на выносную игру. Начался у нас финал, пробит начальный удар. И возвращает Виктор Фатюхин. Уходит он вправо, но очень здорово против него действует игрок спартанцев. И патриоты начнут со своих 15 ярдов. Ну что ж, Евгений Захаров отходит назад, видит принимающего. И какой пас! Да, это тачдаун! Стальные тигры выходят вперед. 6-0. Вот мяча обманывает квотербек защиту, идет вкладка на Пронкина, и есть тачдаун. Увеличивают спартанцы свое преимущество, и счет становится 13-3. А это уже довольно серьезное преимущество. Вот он шанс сократить отставание в счете. Удар. И головач точен. Второй филдгол в матче реализовал кикер патриотов, и минимально возможное преимущество в счете остается за спартанцами. 7-6. Ну что ж, друзья, кульминационный момент встречи. 12-7, тигры впереди, но у Витязя еще есть четвертая попытка. Это ведь завершающая четвертая четверть. Все решится прямо сейчас, в этой последней комбинации. Игроки становятся в позицию. Мяч достается Левашову, тот смещается. Пас Якушев принимает, и он заносит. Тачдаун! Витязь вырывает победу самой концовки матча. Последний шанс у грифонов. 4-12. Шотган Шитов. Все понимают, что это будет пасовая комбинация. Шитов выходит из конверта. Пас в зачетную зону и ловля. Ловля — это фантастика. Тачдаун грифоны. Андрей Иванов. Судьба сезона решается здесь и сейчас. Головешкин отступает назад, высматривает принимающих. Длинный бросок в зачетную зону. Что, судья? Непринятый пас. И теперь можно утверждать наверняка, патриоты возвращают чемпионский титул в Москву. Плей-офф Лиги американского футбола на First and Goal.